Здравствуйте все. Вот мы сейчас пришли на море, на наш пляж опять. У меня сын играется здесь. Вот едет большой корабль с островов, везет туристов. Вот он какой здоровенный. Вот такой вот. Этот корабль едет с островов. Море сегодня такое спокойное, тишь гладь, благодать, как там у нас говорится. Вот. Мы на нашем пляжике, здесь такой мосточек. Сегодня очень красивое небушка наше, вот какое. Одну минуточку я вам сниму этот кораблик и закрою камеру. Вот так вот он идет, быстро такие волны от него идут потом. Вот какой он красивейший, большой корабль. Ну, вон купаются люди. Вот купаются тут. Вода теплая, обалденно теплая вода. Это вот все там отели и дома на том берегу. Там очень красиво тоже. Там такое побережье красивое. Вот там живут люди. Вот видите. Все дома я там снимаю. Что смогу, я вам захвачу. Вот опять камушки вот эти вот. Вот это вот. Вот здесь сейчас я говорю, вот там вот летний бар большой на берегу моря. Летом там очень много народу. Вот это вот. Дальше пошли. Вот так. Вот. Вот лодочка причаливает. Ну, вот такая красотень у нас на нашем пляжике. Кто смотрел у меня уже одно видео, знает у меня. Я уже показывала вам, купаются. Вот он еще идет в порт. И волны поднимаются с собой. Он идет очень быстро. Есть корабли, которых идешь 3 часа. Этот идет 1,5 часа. Чуть больше, нет? Чуть больше, потому что он быстрый. Так вот. Вот дома на той стороне у нас. Не думайте, это далеко. Вот этот мысик, вот так вот он. Вот тут еще какая-то лодочка. Рыбацкая, наверное. Ну все, все. Видели наш кораблик? Всем-всем-всем счастливо. Всем-всем-всем. Вот наш пляж. Вот еще панорама нашего пляжа красивого. Обалденного. Вот на той горе мы были. Я вам снимала видео. Кто хочет, смотрите, пожалуйста. Все, ну все. Всем до свидания. Наш пляж.